Так, ну вот, вот она Volvo. Стоит, хранится у нас в гараже. По порядку багажник. Чистенький, большой. Провода выведены под музыку, которая здесь когда-то была, но ее убрали до нас. Так, вот он единственный косяк по крылу. Это вот она, треснувшая шпаклевка. То есть, по сути, ну, просто это один элемент с переходом отсюда вот и до сюда, по переходом покраска. Под капотом. Под капотом у нас рядная пятерка, пятицилиндровый турбовый двигатель на 2 литра на 180 лошадей. Масло не течет, не бежит. Чисто тряпкой протерта только верхняя часть, пластик. Ну просто, чтобы хоть выглядело нормально. Внутри ничего не вытиралось. То есть все как есть. Потеков масла нет. В этом плане все хорошо. Дальше запускаем. Ну вот, машина стояла 2 дня. Вот так двигатели работают на холодную. Не стучит, не гремит. Все как бы ровненько, все хорошо. Дальше по салону. Салон кожа. Кожа живая, не порванная. Сзади, ну сзади, как обычно, намного меньше ездили, поэтому сзади все намного живее. Стеклоподъемники все 4 электро. Далее руль вообще в около идеальном состоянии. Здесь аналогично у нас климат-контроль, кондиционер работает. С кондиционером никаких проблем нет, то есть двухзонный климат, просто выставляете температуру, все работает. Обогрев лобового заднего стекла, подогревы сидений в двух режимах, все работает. Магнитола. А здесь блок телефона тоже полностью рабочий. Вот сюда вставляется сим-карта обычная. Ну и, соответственно, здесь телефонная. Телефонная трубка. Ну, это из приятных бонусов таких вот. Соответственно, здесь подстаканника 2. Крючок. Вот сюда выведены как раз провода под музыку. Ну и в целом, ну сейчас просто зажигаем, включено. В целом все как бы хорошо. Все работает. И проблем никаких не доставляет.